Сегодня ты побежишь с красным поездом в Зальцбурга, в Мюнхене остановка, в Парсинге только. До того, как ты отправишься, нужно пустить на борт людей. Как дворники включить? Как включить дворники? Я все забыл. Так. И так сойдет. Пассажиры залезли в поезд и готов отправляться в Мюнхен. Что это было? Так, давайте их вышли. Вырубим. АФБ. На 80. АФБ. Чуть-чуть музыкальный трос. Так, АС-2. Короче, на АС-3 считай. Фары включился. Да блин. Сохраняемся на пожарный. Тут сохранение. Нормально работает сценарий. АС-3 пропускает. Сейчас выйдем на ЛСП. Там рубим тягу по максимуму. Ой, выйдем на скоростную дорогу, там у нас подключится ЛСП. И мы поедем быстро до 280. Так, станция. Начинается. У нас уже ограничение 120, оказывается. А, нет, 100. Давайте... Блин. Подвинем на сотку ограничение скорости нашей. Еще добавим тяги. Даже по максимуму. Небольшой прорыв между ЖД-симулятором. Тут так налегке и быстро доехать. Это вот что-то не клава, а именно рукой вот так вот управлять. Так прикольно.
возможность есть. Тут пока что из Аугсбурга выезжаем. Сотня. Так, какая-то речка тут. О. Так. Тут поворот крутой. Дальше вроде уже 200. Так, мы с расписанием должны, да. 15:55 должны прибыть. Сейчас время не знают, не показывают. А вот какие-то часы показывают, но правильно ли они показывают? Также 200. Да. Я буду плавать, потому что рукой так и не поберешь. А, даже 240. Вроде в АС, да, АС-2 уже может 280 с этой яхте, а АС-1 у меня 250. Служебная скорость. Так, его можно разогнать там где-то под 300. Но у него служебка 250. Только 200 на земле, если такое тормозить. Маэстро, я бы уже летел. Потому что мне трясёт. Буду еще и по знакам смотреть. Одна ЛСБ не поможет. Thank you.
я все таки думаю, что у этого тоже 250 максимальные служебные, потому что что-то он на 200 трясет. Не знаю. Разгоняемся до 280.
Согласен, будем полетать. Летим. Мы летим в самолете. Thank you.
раньше, чем нужно. Блин, тянуться. Сейчас еще чуть-чуть нужно. Сейчас 53 минуты, до 56 минут у нас будет стояночка. Только в первом вагоне почему-то двери не открылись, и на пассажирском. Еще осталось на минутку стоять. Так. Пускаем тормоза. Пробуем. Все в норме. Сокращенушку сделали. Хотя неправильно я ее делал. Просто так побаловались. Так, когда двери закроются? Двери. Еще секунды осталось, пару секунд. Вечно путаю F2 и F3. Да. Все, поехали. Старт, конечно, резкий, но что поделаешь. График какой-то очень легкий. Я максимум 250 разогнался, но все равно уехал. Включим профиль, потому что тут ограничения LSB нету никак. Надо всю дорогу с ним ехать. Прыгает.
скорости. Знаками стоит. Зачем мне пробовать? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.
Движемся в Мюнхен на 19-й путь. Тормозим электричество. Опоздал на где-то на 20-30 секунд. Вы прибыли в Мюнхен, но вы опоздали. Короче, опоздал. Всем удачи, всем пока.